Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали. Сегодня у нас среда, очередное обновление Star Stable Online. И сегодняшнее обновление было нам вообще предсказано заранее, потому что теперь разработчики всегда, всегда на своем официальном сайте в конце статьи об обновлении пишут, что нас ждет на следующей неделе, поэтому не секрет, что сегодня речь пойдет о путешествующей ярмарке, которая теперь отныне не путешествует и вовсе. Найти мы ее можем около церкви Дойл по пути, так что эта ярмарка доступна всем, у кого есть Старайдер или же Лайф, или у кого его и вовсе нет. Так что если вы любите старых моделек лошадок, вам спокойно открыта сюда дорога. Но при этом это еще не все. Постройка немножечко отличается от привычной нам ярмарки, и выглядит она примерно так. Это очень непривычно, потому что мы привыкли, что ярмарка квадратная, и на ней сразу стоит около 20 лошадей, но нет, здесь немножечко все по-другому. И да, самый главный бонус, вместе с тем, что ярмарка теперь постоянно будет находиться именно в этой местности, никуда не уезжать, нам добавили еще и 4 новых лошадей, а точнее 4 новых масти чистокровной юрминской лошади, то бишь 4 началок, и они все, ну, просто прелестные. Разработчики с каждым месяцем все больше и больше работают над текстурами, над окрасами, и это заметно. Хотя, мне кажется, здесь можно было бы как-то и немножечко помягче сделать переход от светлой к шерсти к темной, но не мне судить. Мы здесь видим вот такую пегую лошадку. Да, так как это все юрминские чистокровные, они стоят 750 СК. И ввели изменения. Теперь все юрминские лошади доступны с 5 уровня. Даже те, которые раньше были доступны не с 5, я не помню с какого уровня, с 10 что ли, или с 7, они теперь все доступны с 5 уровня и стоят 750 СК. Значит, нам добавили вороного с гольфиками, потом еще такого гнедого пегова, потом вот этого, масть не помню, простите, но у него есть одна очень милая особенность, у него сердечко на носу, точнее не носу, а на верхней губе, и это очень-очень мило. Также сюда переместили, 4 лошадей с Форт Пинта, здесь поместили сюда Шайра, Тракенина, Англичанина и Араба. Описав это тем, что, видимо, скоро в Форт Пинта будут стоять новые лошади. Ну, это будет не скоро. И да, даже в честь того, что обновление связано с ярмаркой, я даже села на старую модельку лошади. Просто как бы отдать дань уважения этим лошадям, которых уже 3 раза переделывают. И вообще, это очень хорошо, потому что то, что было раньше, это был ужас. Здесь, разумеется, было задание. Я его уже выполнила, потому что в игрушку зашла еще до того, как начала снимать видео. Так, вот это у нас панель управления, точнее, как мы раньше листали лошадей. Здесь 9 страниц. Если раньше было 4, то сейчас 9. Это сделали в связи с тем, что лошадей стоит очень мало. То есть мы листаем, меняются абсолютно все лошади. И вот так вот можно пролистать 9 страниц и вернуться обратно, где снова здесь будут стоять новые началочки. О, кстати, вот лошадь, на которой я сейчас прямо сижу. Но это не все обновления, связанные с ярмаркой. Мы знаем, что в каждой локации, где была ярмарка, был свой магазин со своими определенными вещами. Так теперь здесь стоит один единственный магазин, в который мы можем зайти и увидеть абсолютно все товары со всех территорий, на которых могла вообще существовать ярмарка. Их просто взяли и переместили в один магазин, и это очень удобно, так что не надо больше ждать и выискивать, когда появится где какая лошадь на ярмарке, но это уже давно исправили. Не надо выискивать подковы хорошего качества, одежду, где какая продается на ярмарке. Теперь все продается здесь, в паре шагов от Форт Пинта и в паре шагов от Мурланда. Но нам еще обновили кое-что в Форт Пинта, и сейчас мы поедем это смотреть. У нас обновили территорию пляжа на Форт Пинта, и теперь это как никогда похоже на самый настоящий пляж. Вот эти доски, положенные поверх песка, обновленные нормальные человеческие шезлонги и даже зонтики разных цветов. Теперь это больше похоже на нормальное место для отдыха. Но только я почему-то не понимаю, тут нужно еще умудриться подойти, чтобы сесть на эти шезлонги и спокойно отдохнуть.
Как всегда, осталось три вида камеры. Обычный, ближний и с видом на море, океан, я не знаю, где расположен наш остров Юрвик. Я географию его не изучала. Смотрится очень достаточно мило, если в будущем разработчики еще и обновят вот эту постройку, с которой прыгают на лошадях, то было бы очень даже мило. И да, все помнят, что летнее время — это время вечеринки на Форт Пинта, пляжной вечеринки. Разработчики об этом не забыли и заранее написали в конце своей статьи, что ждите эту вечеринку на следующей неделе. Ну а то как же, лето же скоро кончится. Потом, что у нас осталось? Летнее солнцестояние продолжается. Уже на следующей неделе уберут магических лузитанов и магических торговцев, которые им торгуют. Даже котик подтвердил, что это очень плохая для нас, для всех новости, нужно рыдать. Так что, если у вас еще есть иска, или вы их уже купили и думаете покупать лузитанов магических или нет, то думайте скорее, бегите и покупайте, потому что в следующую среду этих лузитанов уберут навсегда, и вы их никогда, по словам разрабов, не сможете купить. Это все новости про сегодняшнее обновление. С вами была я, Донали, и моя лошадь на сегодня старая моделька «Сказочная песня». Не забывайте чистить своих лошадок, кормить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И привет от котика!